Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Тауба, покаяние – это искреннее раскаяние раба за совершенные им грехи и обращение ко Всевышнему с просьбой о прощении. Раскаяние за совершенные грехи является обязательным, фард. Начиная с пророка Адама, мир ему, тауба является показателем смирения и подчинения воле Господа. В Священном Коране сказано: «Воистину Аллах обязался принимать покаяние тех, которые совершают дурной поступок по своему невежеству и вскоре раскаиваются. Их покаяние Аллах принимает, ведь Аллах знающий, мудрый». Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяние, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь». И для тех, кто умирает неверующим, для них мы приготовили мучительные страдания. Сура Ан-Ниса, аяты 17 и 18. Согласно исламу, насколько бы большим ни был совершенный грех, двери покаяния всегда открыты, потому что милость Всевышнего безгранична. В аятах и хадисах говорится о том, что вне зависимости от величины содеянного греха, благодаря покаянию и истигфару они могут быть прощены. Поэтому если совершивший большой грех человек исправится и покается перед Всевышним, то Аллах примет его раскаяние. Наилучшим для каждого мусульманина является максимально избегать греховных дел. Однако если человек ошибся или поддался своему нафсу и совершил грех, необходимо сразу покаяться и просить милости у Всевышнего. В Священном Коране также есть множество аятов о том, что человек должен избегать ширка. В мирской жизни человек может покаяться за любой совершенный им грех. Однако в судный день Всевышний простит все грехи, кроме ширка. Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщаются товарищи, но прощает все остальные грехи, кому пожелает. А кто приобщает к Аллаху сотоварищей, тот впал в глубокое заблуждение. Сура Ан-Ниса, 116 аят. Всевышний Аллах в Коране говорит, что люди и джинны были созданы лишь для поклонения Ему. Признаками поклонения являются совершение того, что Всевышний нам повелевает, и отказ от того, что Всевышний нам запрещает. Мусульманин, который не выполняет предписанное или совершает запретное, является грешником, ослушавшимся своего Господа. В конечном итоге совершение грехов может привести человека в ад. Поэтому каждому мусульманину и мусульманке следует знать о больших грехах, дабы не впасть в них. Ученые ислама писали книги, в которых разъясняли людям об этих грехах и остерегали от их совершения. Одной из таких книг является прекрасная книга имама шейха Шамсуддина Аз-Захаби «Да смилуется над ним Аллах». Годы жизни 673-741 по хиджре. Китабуль Кабаир. В переводе с арабского «Большие грехи». Представляем перевод первой главы этой книги с небольшими пояснениями, комментариями и сокращениями. Первый большой грех. Самым большим грехом является ширк, многобожие, и он бывает двух видов. Первый вид – это предание сотоварищей Аллаху и поклонение чему-либо наряду с Аллахом, будь то камень, человек, солнце, луна, пророк, шейх, джинн, звезда, ангел или еще что-нибудь. Под поклонением имеется в виду предание каких-либо божественных атрибутов, таких как творение, всезнание, вечность и так далее, кому-либо помимо Аллаха. Это большой ширк, о котором Всевышний упомянул в Коране. Поистине, Аллах не прощает предание ему сотоварища и прощает помимо этого другой грех, если пожелает. Сура Ан-Ниса, 48 аят. Также Всевышний говорит: «Поистине, многобожие – великий грех». Сура Лукман, 13 аят. Также Всевышний сказал: «Поистине, тому, кто предал Аллаху сотоварища, Всевышний запретил рай, и его обителью станет огонь». Сура Аль-Майда, 72 аят. Аятов об этом много. Человек, который предавал Аллаху сотоварища и умер многобожником, безусловно, станет обитателем адского огня, подобно тому, как человек, уверовавший в Аллаха и умерший мусульманин, станет обитателем рая,
если даже будет предварительно подвергнут наказанию за свои грехи. То есть человек может всю жизнь прожить праведником, не причиняя никому вреда, жертвуя большие суммы на благотворительность и так далее, но если он умер не мусульманином, он попадает в ад. И в то же время, если мусульманин является нечестивцем, совершает даже большие грехи и так далее, но умер мусульманином, он попадает в рай. Передается, что грешные мусульмане, плохие деяния которых превысили хорошие, попадет в ад, понесет наказание за свои грехи и после этого попадет в рай. Абу-Бакр передает, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обращаясь к сподвижникам, трижды сказал: «Поведать ли вам о самых больших грехах?» Сподвижники ответили: «Конечно». Посланник Аллаха продолжил: «Это предание сотоварища Аллаху и ослушание родителей». Посланник Аллаха лежал, опираясь на руку, а после этого сел и сказал: «И лживое слово, и лживое свидетельство». И он повторял это так долго, что мы подумали, хоть бы он замолчал. Бухари, 2766, Муслим, 89. Также посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Остерегайтесь семи смертных грехов». Бухари, 6857, Муслим, 89. И упомянул среди них многобожие. В другом хадисе говорится: «Убейте того, кто сменил свою религию, ислам». Бухари, 3017. Вероотступничество – это уход из ислама после того, как человек был мусульманином. В вероотступничество можно попасть по причине убеждений, слов или действий. Вероотступничество является самым мерзким видом неверия, и по шариату наказанием за вероотступничество является смертная казнь. Решение о вероотступничестве человека принимает квалифицированный кади, судья, и он сам или его заместитель приводит приговор в исполнение. Второй вид многобожия – это деяние на показ, как об этом говорит Всевышний Аллах. Тот, кто надеется на встречу с Аллахом, пусть совершает праведные деяния и не поклоняется никому наряду со своим Господом. Сура Аль-Кахф, 110 аят. То есть, пусть человек не совершает деяния на показ. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Остерегайтесь малого ширка». Его спросили: «Что является малым ширком?» И он ответил: «Фальшь, деяние на показ, рия». Имам Ахмад. В известном хадисе посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорится, что деяния зависят от намерения. Бухари, Муслим. То есть, получим ли мы награду за свои деяния, зависит от того, с каким намерением мы это делаем. Человек может отдать огромную сумму денег в качестве милостыни, надеясь, что люди будут называть его щедрым, но он не получит за это никакой награды от Всевышнего. Другой может отдать сумму в сотни раз меньше первого ради довольства Аллаха и, соответственно, получить за это награду от Аллаха. Также в хадисе говорится, что Всевышний Аллах сказал: «Кто совершит деяние ради меня и посвятит его, это деяние, кому-то еще, то это деяние будет для него. Я чист от этого». Муслим, 4. Есть схожий хадис, 2985. В другом хадисе говорится: «Аллах опорочит того, кто будет рассказывать людям о своих благих делах и выставит на показ того, кто будет поклоняться ему на показ другим». Бухари, 6499. Муслим. Шариат призывает к сокрытию наших благих дел, ибо Всевышний видит их, и если деяния совершаются ради Него, нет нужды выставлять их на показ. Если же человек рассказывает о них или делает их на показ, значит, его намерение не совсем искренне, и своими деяниями он преследует отличные от довольства Аллаха цели. Такие люди не найдут награду у Аллаха, как об этом говорится в следующем хадисе. От Абу Хурайры передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Много есть постящихся, которые не получают от своего поста ничего, кроме голода и жажды. Есть много выстаивающих ночные молитвы, которые не получают ничего, кроме бодрствования». Ахмад, 373. Абу Ялла, Байхаки. Имеется в виду, что соблюдение поста и совершение намаза ни ради Аллаха не будут вознаграждены. Спросили одного мудреца, да помилует его Аллах:
кто является искренним? Он ответил: «Искренний – это тот, кто прячет свои благие деяния, подобно тому, как прячут плохие». Также спросили, что является пределом искренности. «Это не любовь к восхвалению», – сказал Фудайл ибн Ияс. «Отказ от деяний из-за людей является лицемерием, совершение деяний ради людей является ширком, а искренность – это сохранение человека Аллахом от этих двух пороков. О Аллах, сохрани нас от этих пороков и прости нас. Амин». До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.